Ветеринарная клиника «Доктор Вет» всегда на защите здоровья животных Сергиева Посада. Высокое качество, низкая цена. Полный спектр ветеринарных услуг. Терапия, кардиология, вакцинация, хирургия, стоматология, качественная УЗИ-диагностика, ортопедия, стационар, гостиница, вызов на дом, разбор сложных случаев, ведение тяжелых пациентов. Мы всегда готовы помочь и сохранить здоровье ваших питомцев. С ведущим программы «Планета собак» Григорием Маневым мы встретились в кинологическом центре «Сокольники». Снимали очередное видео для своих проектов. Программу «Планета собак» на канале «Моя планета» хоть раз видел каждый, кто смотрит телевизор. Ведь даже переключая каналы, мы несколько дольше зависаем перед картинкой, где есть животные. Первый вопрос коллеги был о том, как его занесло в кинологию. Началось с того, что я был первым хулиганом школы. Я вырос и родился в таком очень специфичном районе, который называется Марьина Роща в Москве. Район с традициями. И когда участковый к нам стал заходить домой достаточно часто, мои родители не стали вести душеспасительных бесед и не стали ломать голову, как меня, в общем, направить на немножечко другой путь. И они мне завели собаку, восточноевропейскую овчарку. Я пришел на дрессировочную площадку, и жизнь моя повернулась совершенно в другую сторону. Это было в 1985 году. В 89 году я стал вице-чемпионом Москвы по общему курсу дрессировки и защитной караульной службе. Потом была армия, советско-афганская граница, советско-китайская граница. А потом была Шереметьевская таможня, отдел по борьбе с наркотиками. Потом я получил еще одну специализацию. Ну, а потом так получилось, что я ушел в журналистику. Более 40 стран объехал Григорий с проектом «Планета собак» и вынес одно любопытное наблюдение. Везде собачники одинаковы. Абсолютно. Причем иногда мы беседовали с людьми, которые не владеют английским языком или русским языком, а я не владею их наречием. Мы беседовали о собаках, я на русском, они на своем родном. В конечном итоге оставляю английский, потому что я понимал, что он нам только мешает. И мы прекрасно понимали друг друга. И это не пересказ какого-то анекдота и, в общем, что-то такое надуманное. Это на самом деле так, потому что специалисты, люди, влюбленные в собак, вообще в свое дело, они понимают друг друга без перевода. Я не знаю как, но это вот что-то такое, то, что живет изначально в нас какой-то вот общий корень какой-то. Ну, наверное, больше всего мне запомнилась командировка в Монголию, потому что там с собаками до сих пор охотятся. Это монгольские борзые, там очень интересная история. Там до сих пор монгольские волкодавы охраняют стада, потому что Монголия – это то место, где больше всего волков, самая высокая концентрация серых хищников вообще в мире. И эти собаки до сих пор работают, а значит, с этими собаками связано безумное количество разных интересных историй, поверий, сказок. Они все время рядом, и, наверное, вот это вот впечатлило больше всего. Ну и плюс, конечно же, монгольская природа – это что-то фантастическое. Есть у Григория и своя история собаководства. В его доме живет четвероногий член семьи. Я убежденный, то, что называется, овчарист. Я люблю немецких овчарок. Ну, первая была восточноевропейская, потом были немцы. Я нашел этого парня в Белоруссии. Причем я искал его, то, что называется, по всему миру. Когда мы снимали в Йоханнесбурге, это в Южноафриканской республике, я там искал собаку. Я нашел бывшего начальника полиции Йоханнесбурга, уже совсем пожилого человека. И я хотел там взять собаку, но вот на тот момент у них вот из того, что я бы хотел, не было. Я посмотрел очень много собак в Чехии, в Германии. И вот все, вот да, хорошие, но это как любимого человека. Ты вот увидишь, и ты поймешь, все, он твой. Бери его за руку и веди в ЗАГС.
Ну вот, наверное, точно так же было и с собаками. И вообще психологи утверждают, что те же самые механизмы, которые работают во взаимоотношениях мужчина-женщина, я имею в виду чисто психологические, с точки зрения привязанности, работают и во взаимоотношениях человека и собака. Вот я увидел заводчика, я увидел собаку, и, в общем, то, что называется, кольнуло. И такое ощущение, что там на небесах кто-то очень скрупулезно запоминал все, что я хочу, и выдал мне под расписку. Вопрос ответственного собаководства актуален. Как убедить владельцев собак, особенно крупных, что собаку нужно своевременно социализировать и обучить основным командам? Как сделать так, чтобы домашние любимцы не оказывались на улице за ненадобностью после дачного периода? С одной стороны, есть позиция, что все должно решаться законодательным путем, что должен быть закон, который обязывает людей ответственно относиться к братьям нашим меньшим, к собакам, которых они заводят. И этот бы закон обязывал их приходить на дрессировочную площадку и получать необходимые знания. С другой стороны, есть подход, когда людям можно просто рассказывать, разъяснять, убеждать их, показывать положительные примеры, чем, кстати говоря, занимается и ваша программа. Спасибо вам большое, коллеги. И здесь, мне кажется, что должен быть какой-то разумный компромисс. То есть, с одной стороны, конечно же, нужно людей, то, что называется, обязать. Но палкой всех на учебу, неважно, собачью или человеческую, не загонишь. А вот такая добрая программа, такая познавательная программа, как ваша, вполне может справляться с такими функциями. Так что элита продолжит рассказывать о разных породах собак, об особенностях их содержания и воспитания на ТВР-24. А Григорий Манев продолжит рассказывать зрителям свои кинологические истории. Путешествие по собачьему миру продолжается. Румынские футболисты помогают бездомным собакам. Перед каждым матчем чемпионата Румынии они выходят на поле с щенками на руках. Цель – найти им хозяев. Проект под названием «Заполни пустоту в своей жизни» запустило Общество защиты животных. Мы показываем 6 собак перед каждым матчем. И обычно футболисты соперничают за право вынести собаку на поле. Среди них многие любят животных. У щенков на шее повязаны платки с кличками. Так людям будет легче найти понравившегося питомца. Это хорошая идея. Надеюсь, люди увидят щенков и захотят их взять к себе. Взять собаку могут жители любой страны, но надежды в первую очередь возлагают на румын. В стране слишком часто стали выбрасывать животных на улицу, где они дичают и становятся агрессивными. При этом приюты уже просто переполнены. Футболисты представили публике уже 18 собак, но пристроить удалось пока только 3. Однако участники проекта верят в успех. А защитник клуба академика Клинчени уже сам задумался о том, чтобы взять щенка из приюта. Замечательно, что защитники животных помогают собакам. Я поддерживаю их всех, потому что в мире стало слишком много животных, которым нужна помощь. В проекте участвует Федерация футбола Румынии и румынские приюты для животных. Булату породы кавказская овчарка 5 лет. Некоторое время назад он стал хромать на заднюю ногу. С визитом в клинику решили не тянуть. Первично мы осмотрели животное, было это примерно неделю назад, и обнаружили уплотнение на голени. Мы предположили, что это миозит, воспаление мышечной ткани и, возможно, какие-то ортопедические проблемы, которые свойственны данной породе. Пока решили не предпринимать каких-то радикальных действий, но решили пересмотреться через неделю. И если у нас все-таки вариант новообразования сохраняется, мы сегодня запланировали биопсию. Прицельно под УЗИ взяли тонкоигольную биопсию из 4 разных мест, для того, чтобы взять оттуда группы клеток, возможно, онкологических, и отправить их в лабораторию на цитологическое исследование. Мы пока не уверены в окончательном диагнозе, потому что нет четко сформированной опухоли, есть только уплотнение на мышце. Уплотнение на мышце может быть как и следствием доброкачественного течения, то есть не онкологического характера, так и онкологического диагноза.
Из онкологических проблем мы подозреваем саркому, миофибросаркому, хондросаркому, синовиальную саркому, любую из форм сарком, которая может протекать в мышечной ткани. Также у крупных пород в этом месте могут наблюдаться мастоцитомы и лимфомы. Все эти опухоли имеют разную природу, разную гистологическую структуру, разный прогноз, разную степень течения. Поэтому мы вынуждены исключать онкологические вопросы именно в первую очередь, потому что как раз-таки быстро растущий эффект, быстро распространяющаяся болезнь, достаточно сильно прогрессирующая хромота, все указывает пока на то, что данного животного на данном этапе не воспалительная, а в большей степени онкологическая проблема. Причины данного процесса могут быть разнообразны. Вот. Хронические воспалительные процессы могут озлокочисляться, могут приводить к онкологии. Воздействие мутагенных факторов, может быть, внешних факторов и внутренних факторов. Наследственные факторы, хотя данная порода редко обращается к онкологу именно по вопросу всяких мягкотканных сарком. Больше для них свойственны другие типы рака. Вот. Основные причины мутагенности, воздействия мутагенных факторов, их достаточно много. Вот. Это может быть и какое-то повышенное содержание пестицидов в окружающей среде. Пестициды могут быть достаточно распространенной проблемой. Вот. Это могут быть воздействие тяжелых металлов, воздействие ультрафиолета, воздействие ионизирующего излучения. Дальнейшее лечение и прогнозы зависят от результатов гистологического исследования. Если вас тоже что-то тревожит в состоянии любимца, не затягивайте с визитом к ветеринару. Клиника «Доктор Вет» находится в Сергиевом Посаде по адресу Новозагорский проезд, дом 4А. Сегодня мы вновь в группе помощи животным «Шанс». Быть может, наша программа даст этим четвероногим шанс обрести свой дом. Нам уже почти годик. Мы добрые, активные. Мальчики уже кастрированные, девочки уже простерилиные. Вот. Ищем добрые ручки. В частном доме, в вольере. Нормальные. У них подшерсток такой хороший. Шерсть у них такая прям вот... Да. В принципе, можно даже с сестренкой взять. Мальчики кастрированные, девочки стерильные. Да, иди сюда, ну успокойся ты хоть на минутку. Ведь ты же уже побегал, набегал. Узнали им дрессировку. Начальный курс ОКД рекомендован каждому собаковладельцу. Потому что это в первую очередь учит понимать собаку. ОКД больше тренирует, мне кажется, не собаку, а самого хозяина. Потому что именно учит, как правильно разговаривать с собакой. Вот. Да. Как правильно давать команды, как правильно себя вести с ней. Потому что в доме должен быть лидер не хвостатый, да, не хвостатый, а двуногий. Страхов у них вообще никаких нет. Вот. Они очень гиперактивные, веселые, добрые. Единственное, вот... Тяжело мы переживаем, когда мы расстаемся. Да, вот нам никак не хочется расставаться со своими братишками и сестренками. То есть они даже привыкли, когда гуляют в паре, они себя более комфортно чувствуют. Когда они выходят вот так по одному, мы начинаем суетиться. Но если пес точно будет знать, что у хозяина найдется время поиграть и погулять с ним, он привыкнет к ритму вашего дома и станет другом на долгие годы.